На страховую пенсию по инвалидности имеют право граждане, признанные инвалиды в установленном порядке первой, второй и третьей группы инвалидности, при наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения, независимо от причины инвалидности и момента ее установления. Исключение составляют случаи, когда гражданин умышленно наносит вред своему здоровью, и это доказано в судебном порядке. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается также независимо от того, работает гражданин в данный момент или нет. Для назначения страховой пенсии по инвалидности необходимо подать заявление о назначении страховой пенсии по инвалидности с предоставлением необходимых документов. Это документами являются паспорт для граждан Российской Федерации или вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства. Документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа. Ими могут быть трудовая книжка, другие справки о работе, выданные работодателями, страхователями. Документы, подтверждающие периоды работы и другие периоды, должны содержать фамилия, имя, отчество гражданина, число, месяц, год рождения, которым выдается документ, место работы, периоды работы, профессию, основание их выдачи. Также документами необходимыми является выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, справка о заработной плате за любые 5 лет подряд или последние 2 года, имеется в виду 2000-2001 годы. Если гражданин зарегистрирован в системе персонифицированного учета, то эти сведения могут быть учтены по сведениям индивидуального лицевого счета. Также могут быть затребованы другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств. Если к заявлению представлены не все документы, то специалистами пенсионного фонда будут даны разъяснения о необходимости предоставления документов и сроки подачи предоставления этих документов. Если документы будут представлены в течение 3 месяцев, то датой подачи заявления будет считаться дата приема заявления. Заявление о назначении страховой пенсии по инвалидности можно подать лично как в территориальные органы пенсионного фонда по месту регистрации или в многофункциональный центр МФЦ. Если вы проживаете по адресу, который не имеет подтверждения регистрации, то обратитесь в пенсионный фонд по месту фактического проживания. Заявление можно подавать как лично, так и через доверенное лицо. Можно подавать и в электронном виде. Для этого надо зарегистрироваться на сайте пенсионного фонда в личном кабинете гражданина. Основными условиями для назначения страховой пенсии по инвалидности является признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности и наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Если у гражданина отсутствует один день страхового стажа, то ему назначается социальная пенсия по инвалидности. Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня обращения за ней, но не ранее даты возникновения права на нее. Ранее дня обращения она назначается в том случае, если обращение последовало не менее 12 месяцев со дня признания гражданина инвалидом. В этом случае ее назначение происходит со дня признания гражданина инвалидом. Заявление о назначении пенсии Пенсионный фонд России рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления или в течение 10 рабочих дней со дня приема последнего недостающего документа, если бы они были представлены в течение 3 месяцев. В 2016 году страховая пенсия по инвалидности устанавливается до достижения 55 лет для женщин и до достижения 60 лет для мужчин, если у них имеется страховой стаж не менее 7 лет и сумма баллов индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 9 баллов.
или до назначения досрочной страховой пенсии по старости, после чего назначается им страховая пенсия по старости. Если получатель страховой пенсии в 2016 году не имеет страхового стажа 7 лет или 9 баллов, то страховая пенсия по инвалидности назначается на срок до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, после чего назначается им при отсутствии необходимого стажа на момент выхода на пенсию социальная пенсия по старости. Страховая пенсия по инвалидности выплачивается ежемесячно, и пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения через почтовые узлы связи или через кредитные учреждения в банках. Кроме того, пенсионер может получать пенсию через доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности осуществляется на весь срок выдачи доверенности, только в том случае, если пенсионер один раз в год будет ежегодно подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии.